они рассказывают тебе о своих проблемах. Что вот, нужно коммунальные платить. Да. Нужно, детей нужно вот растить. Ну, у меня сестра младшая, нужно ее как бы обеспечивать. А потом спрашивает меня, а ты когда уже женишься и начнешь что-то себе строить? Я в шоке. В смысле? Ты только что мне говоришь свои проблемы. Потому что это ты преподносишь как проблема, это трудность. И спрашиваешь меня, когда ты себе эти проблемы тоже создашь? Ты что так легко живешь в этой жизни? Что за фигня? Ты же неправильно ты живешь. Значит, вот это да. А ты как? Что мы только о тебе, да, о тебе. Да, что ты только обо мне. Я уже, знаешь как, многое повидал. Да. Много повидал. Что ты повидал? Ты ни разу женат не был, ты много повидал. Кто тебе сказал? Да ты. Что? Успел? Или так? Как это называется? Резко. Ты... Я зашел, посмотрел, не понравилось и выжил. А что, так можно было? Ты шьем. Видишь, а ты говоришь, что ты повидал. Учись! Как и родители говорят. Ой, вырастешь, будут у тебя свои дети, поймешь. Uh-huh. Это же, не возраст, не года, не это показатель того, что ты что-то понимаешь. А ты думал, что заплатил за коммуналку, взрослый стал? Да. Знаешь, когда первый раз, да, купил сахар. Домой, да? Работал и купил сахар осенью. Когда там закат, и компот, и вино, и все, я хозяин, я могу вино там, когда захочу, брать. Да. Но я не пил. И попросил меня двоюродный брат, кому-то он обещал там пару бутылок. Я говорю, ну пускай придет, я... И там кипиш, ты что не спрашиваешь? А я? Что? Кто сахар купил? Да вы что, попутали? Ничего себе, да, знаешь, как это... Типа из серии, что с коммуналкой. Заплатил раз за коммуналку и все, ты взрослый. Чего вы меня трогаете? Не трогайте, ничего я не буду делать, ничего.